Сейчас я иду в музей войны. Вход туда стоит порядка одного, чуть больше одного доллара. Есть что посмотреть, тем более тема для Вьетнама очень актуальная. Странные ощущения. Во-первых, там очень много фотографий документалистических, всех репортажных военных фотографов, которые снимали события тех дней. Без какой-либо цензуры, все очень жестоко. И, в принципе, как и должно быть, чтобы показать все происходящее на этой войне. Сейчас я иду смотреть ближайшую достопримечательность. Находится на расстоянии 700 метров кафедрал Нотр-Дам. После этого направляюсь в зоопарк. Заебись. Что касаемо хостелов в Хошимине, их бесконечное количество. Вы можете просто пройти по улице, найти подходящий для вас по цене, по уровню. Но тот хостел, в котором я остановился, меня полностью устраивает. Это один из первых опытов остановки в хостелах Азии. Утром я показал малую часть видео, как выглядит хостел. На нем 7 этажей, 7 этаж, это руфтоп, там, где можно бесплатно позавтракать на выбор. Яичница на хлебе или нудл с яйцом. Очень все чисто, аккуратно. Я букинил 3 дня, каждый день, сутки по 6 долларов. И самое главное, что все локации интересные, туристические, находятся рядом. Что музей войны на расстоянии 1,5 километра, что зоопарк от музея порядка километра. И Нотр-Дам де Пари тоже находится рядом с музеем войны. Вход в зоопарк Хошимина 150 тысяч донгов, 2,5 доллара. Ребят, говорю очень-очень округленно, потому что я сам пока в охуе с этих цен. При обмене 100 долларов я получил порядка 2,5 миллионов донгов. И сейчас довольно-таки сложно. Расскажи, как у тебя получается путешествовать на такой долгий срок, как заработать деньги. И самое забавное, что многим своим знакомым и друзьям я неделями, месяцами говорил начать заняться стоками. По фото стокам, конечно же, поезд немножко ушел, хотя все зависит только от вашей усидчивости, упорности и качества вашего контента. Бюджет моей зимовки на 3 месяца вышел порядка в 2000 долларов. 500 баксов у меня ушли на авиабилеты с Киева до Бангкока, из Бангкока до Киева, Qatar Airlines. Порядка 80% моей поездки зимовки вышел заработок на стоках в течение года. И то хочу сказать, что недавно только начали мои видео продаваться, и продаваться довольно-таки хорошо. Самое главное сейчас для меня — снять новый материал, а я его снял порядка 500 гигабайт плюс видео и фото, и залить в течение 2 месяцев на стоки, чтобы повысить свои продажи и продолжить путешествие. Ребят, если вы это не смогли сделать, мы сделаем это за вас, заработаем ваши деньги. Спасибо вам большое. Самое время смотреть обезьян, змей, черепах, сурков, тигров и оленей. Фламинго, обезьяны, птицы, крокодилы. О, класс, хочу видеть крокодилов и попугаев. Какое прекрасное место. Я буду ходить по воде и пить воду. В общем, не спрашивайте, почему я снова выбираю телефон и зачем я его еще снова. Очень глупая ситуация, я не буду о ней рассказывать. 5 minutes later. Телефона мне никак в этой поездке, поэтому, блядь, я опять покупаю себе телефон. Оставил телефон очень просто. Будет видео в блоге, там, где я гулял по бассейну. И когда переодевался, выложил телефон, положил его рядом, когда одевал свои кеды и ушел, банально ушел. А когда вернулся через 20 минут, его уже не нашел, сделал все возможное, но, к сожалению, нихуя. Поэтому сейчас ребята должны мне показать этот телефон. Если все отлично, он мне выходит порядка 110 баксов, я его беру. It's all for me. Что, мне друг недавно посоветовал попробовать зародыш утки в яйце. Я не знаю, в каком формате он подается, или это будет вареное, или соль, или свежее.
Но Мин сказал, что это очень вкусно, в следующий раз он обязательно приготовит это для меня. Очень душевный хозяин, мы с ним обменялись контактами, я скинул ему мои фотографии, которые мы сделали вместе с ним. И я ему предложил снять бесплатно ролик, небольшое видео, рекламу для его хостела. Я думаю, что все успеется сделать. See, see at you. Come here before. Согласился довести меня до автобусной остановки. И вот, в принципе, я собран. У меня есть порядка 30 минут до уезда в Муйне. Займет порядка 3-4 часов, и я буду в Муйне. Все довольно-таки комфортно. Автобус стоил мне порядка 5 баксов, расстояние 170 километров. И в принципе очень логично то, что такой формат автобусов есть во Вьетнаме. Это очень удобно. Правда, стоит брать с собой технику, все гаджеты вовнутрь, при входе ты снимаешь обувь, ложишь ее в пакет, а багаж ложится в багажное отделение. В общем, братанчик решил мне подогнать пивасик мой, чтобы я его красиво выпил по приезду. One beer. It's good. But what you like to drink about the strong alcohol? Like the vodka, maybe whiskey? Yeah, vodka. Kivas. Hello, let's kivas. Kivas. Kivas is good. Remy Mattel, Кок Дон Лю. Ребят, максимальная рекомендация для тех, кто отправляется в Азию, да и в принципе не в Азию. Берите сюда с собой как можно больше антисептиков, бактерицидных. В принципе, в Украине не продаются таких вот колбочках. И по сути могут обезопасить вас от порядка 80-70% самых банальных бактерий, которые остаются на руках в конце дня. Вы даже не представляете, сколько всякой дряни вы трогаете, щупаете в течение дня. Поэтому перед едой, перед употреблением, перед тем, как тянете руки к лицу, очищайте. It's for my lifestyle video. Can you say hi? Maybe something. What's up? But you know, I like this place. When you're going by the road, I think what is a terrible place. But after when I see the palms, I see buildings. It's beautiful. For sure. I think maybe not trying for a bit. Yeah. Yeah. But you know, I'm going to the Dalat, and after I'm going up. Yeah. To the Sabah. Yeah, I just split off with a girl who was going to Dalat right now, so yeah. She was gonna email me or like message me, tell me how it was. Is this the right one? Слушайте, у меня не покидает ощущение, что я нахожусь в Крыму где-то в Судаке. Все эти маленькие улочки, виды, горный рельеф с около кипарисами. Довольно-таки забавно ощущать это. В принципе, что можно получить за 4 бакса во Вьетнаме. По-моему, будет очень весело. Сейчас мне осталось найти замок на свой кейс.
Желательно такой, чтобы когда его трогают, убивал сразу нахер. Мне дали вот такого силиконового браслета, электронную карту на доступ к помещению, доступ к комнате. И, честно говоря, меня очень сильно радует то, что мой выбор пока ложится на довольно-таки успешные варианты, что в Хошимине, что и в мне. Постепенно квест «Найди замок» превращается в очень веселую ситуацию. Или они не понимают, что такое лок, замок, или я не так понятливо показываю на пальцах. 5 minutes later. В общем, чтобы решить этот квест, нужно снять байк. Аренда байка стоит 6 баксов в сутки. В залог принимает она только паспорт. Еще нас спросил обязательным условием, знали я про полицейских, потому что у них забавная есть особенность. Тебя стопают только когда ты стоишь, когда ты едешь, и в шлеме за тобой никто не поедет. То есть главная проблема не останавливаться. После того, как я возьму байк в аренду, я смогу съездить на маркет, он находится на расстоянии 5 километров, чтобы купить замок. По-моему, неплохой квест. Tomorrow. Ночью компания англичан вернулась, наверное, часа в 3. Я уже вырубился довольно-таки быстро после целого дня переездов. Один парень, по-моему, блевал всю ночь. Утром он тоже блевал. Такой у нас стабильный парень. И, в принципе, сейчас довольно-таки спокойно возле бассейна. Все чилят, расслабляются. Надеюсь, вечером тут будет садомия и оргия. Я, по-моему, снова чувствую, что я начинаю загорать. Хотя, может быть, это к лучшему, потому что после полутора месяцев в Таиланде я, по сути, даже не загорал. Сегодня я должен объехать порядка 6-7 локаций, все находятся на достаточном расстоянии, нужно их все отснять. Я так подумал, что без байка мне не обойтись, байк стоит 6 баксов в сутки аренда, как показалось, довольно-таки хорошие. Сейчас идем смотреть и снимать. По-моему, выбор очевиден. Кстати, если вникать в бюджетные поездки, бюджетную аренду и путешествия бэкпекером, то, скорее всего, самый логичный вариант – это покупать в Азии байк. Он по-любому себя купит, у вас будет меньше рисков перед арендодателем. Если вы его завалите, что-то с ним случится, повредится пластик, если он вообще нахер сломается. Поэтому очень многие ребята покупают сразу байк. А после того, как он становится ненужным, они его просто-напросто продают, а тем самым он, по сути, много в цене не теряет, но вы полностью уверены, а потом можете хотя бы его хоть со скалы скинуть, вообще похер. Но утро это когда вот так. Маршрут будет проходить по Муйне, начиная от вьюпоинтов, красных дюн, ручья Фэй. Обязательно заехать в рыбацкую гавань, посмотреть, что у ребят в плане серфинга и виндсерфинга. В принципе, большинство локаций сосредоточены в самом Муйне. Положил в карман 200 тысяч бат, порядка $8, которые нужно будет сразу дать полицейским, если они меня стопнут. Надеюсь, они не захотят больше. Ну что, погнали? В общем, все пока вроде бы идет отлично. В Вьетнаме довольно-таки спокойное движение. Все по привычке пикают на обгоне, при поворотах, при движениях. Стараюсь осматривать без имени ментов. В принципе, эта ситуация 50 на 50, но не хотелось бы мне попадать. Сейчас остановился со вчерашнего дня. Вчера вечером я перекусил всего лишь багет и манговый сок. Это вышло мне всего лишь $1.50, если не меньше. И вот сейчас им показалось, что самым идеальным завтраком было бы все-таки опять выпить манговый фреш и поехать дальше снимать локации. Впереди по маршруту ручей Фэй, а дальше рыбацкая деревня. Советую сразу пресекать любую, блядь, помощь,
любые моменты, it's free, но, блядь, это не free. Че, бумера взял вчера же, блядь, вчера же въебал с пацанами, блядь. А когда я подъезжал на байке, я спросил 2-3 раза, it's free, чувак сказал, да, это free. Потом подходит, а на моем байке начинает писать мелом какие-то цифры. Я говорю, чувак, в смысле, что ты делаешь? Он мне показывает 10 тысяч донгов. В принципе, блядь, это немного, но че ты пиздишь? Бля, я надеюсь, тут нет ни крокодилов, ни анаконд, и ничего такого прикольного еще. В общем, если честно, я даже не знаю, на что похож Вьетнам после того, что я видел. Но... черт возьми, а теперь все охуенно. Спустя 20 минут после пива. После пива стало хорошо. Настолько хорошо, что пришлось надеть полотенце, чтобы солнышко не напекало. Если честно. Поснимал очень много рыбацких лодок, морских видов, лендскейпов, натюр. Природы, пальм. В общем, я думаю, что на сегодня выполнил меньше половины, но еще не вечер. Да, черт возьми, еще не вечер. И я думаю, что я справлюсь. Ну что, ребят, примерно вот так выглядит рыбацкая деревня в Муйне. По-моему, это очень зрелищно. В общем, совершенно случайно, так, очень совершенно случайно, я увидел вывеску с кебабом с шаурмой. По-моему, было бы глупостью не попробовать в Вьетнаме шаурму. Окей, где мами? Привет. Сдаю утром байк, и в 12 часов у меня уже автоп до Далата. Наверное, у вьетнамцев шаурма выглядит вот так. Как самса, только шаурма. Закатки, в принципе, это городской вариант, но, честно говоря, я провожу для него такие тестовые, крашевые ситуации, и он держится просто молодцом. А через час у меня автобус до Далата. Наш водитель перевез нас в охуительно дорогое место. Он сам ест там за обкат. И перевез нас сюда. Цены от Муйне отличаются, ну, на процентов 40, наверное. То, что там стоит 30, здесь 60. И как бы ребят особо даже слов не могут связать или же назвать какую-то либо цену. Поэтому, блять, это все довольно странно.
нравится, bro. I can help you. То, что хочешь, и при этом сделал багет. Багет простенький, но халявный. It's the same? No, new one. Ты должен посмотреть оставшиеся локации, порядка 3-4. Большинство из них водопады. И завтра я уезжаю в Нячанг. Наконец-то уезжаю в тепло, в пляжик, в море, все как надо. Потому что на мне все, что было теплое. Но я поехал. Может быть, все из-за этого стартера, но пока я еду, мне ни хрена не понятно, где Турман. С передачами разобрался. Ну, я думаю, что проблем не возникнет. Но, по-моему, все получилось. Первый раз, когда я садился на эту движуху, я думал, что за все эти рычажки, зачем это, зачем, черт возьми, вот эта херня, зачем коробка передач, как она работает. И, в принципе, YouTube мне помог на максимум, начиная от видео сельских ребят, которые учили своих детей, заканчивая супер крутыми профессионалами, рейсерами, которые говорили, что ребята, типа эндуро вообще на раз. В общем, осталось привыкнуть, напрактиковаться, и в дальнейшем, в принципе, в Азии можно будет снимать что-то по типу этой модели Yamaha Sirio. Ну что, первая моя локация, замок Тунгао Дай. Стоил мне 30 тысяч донгов, 3 тысячи стоила парковка. Ниже опишу, какова эта цена в долларах. И на самом деле очередной раз Вьетнам меня удивляет, потому что он разнообразен. В нем есть очень много красивых, ухоженных пагод, храмов, парков, там, где люди улыбаются, отдыхают, делают фотографии друг другу. Честно говоря, в Таиланде и в Бангкоке я такого рядом даже не видел. Вьетнамцы в этом смысле более эстетичнее. Это статуя Golden Buddha, самая большая в Далате и самая, в принципе, красивая вне пагод и храмов. У водопада было невозможно не купить билет на американские горки через весь парк. Стоил он мне с возвращением туда и обратно 2,5 доллара, 60 тысяч донг. Начальник, мы едем или нет? Что происходит? Где веселье? Где скорость? Где безудержный аттракцион Экстрим? Вы готовы, дети? Да, капитан! Я не слышу! Так точно, капитан! Капитан. Ой, так нормальная тема. Блять, да мне похуй на тебя, блять, слушай. Какая у тебя там тачка, блять, квартиры, срачки там, блять, яхты, все, мне похуй там, хоть Бентли, хоть, блять, нахуй Майбах, хоть Роллс-Ройс, хоть Бугатти, блять, хоть 100-метровая яхта, мне на это насрать, понимаешь? Сколько ты там кого ебешь, каких баб, каких, значит, вот этих самок шикарных или атласных, блять, в космос ты летишь, мне на это насрать, понимаешь?
Я, блядь, в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет, блядь, проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, понимаешь, как эта Земля. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного, блядь, покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечностью. Нами я вижу, и мне бы очень хотелось купить каких-то продуктов вне локал еды и напитков. А чего им такого, что взять такой пакетик, тележечку и по-европейски? Посмотрел на водичку, водичка лицо побрызгала, покатался на горках, обратно подняли также, только немножко по-другому, без динамики и экшена. Сейчас я возвращаюсь за своим байком и надеюсь, что успею еще пасти до дождя 2-3 локации, чтобы их отснять. В этой поездке я отснял уже порядка, на данный момент, порядка 700 гигабайт фото и видео. Почему так весит тяжело? Много. Преимущественно большинство контента видео 4К в профиле. Я уже просто в ожидании того, как я вернусь домой, и порядка 2-3 месяцев буду только обрабатывать, кадрировать, обрезать, красить все эти видео, которые были отсняты, загружать их на продажу. Once we exist, the ego appears to exist too. When the ego is gone, realization is gone. Wait, do you have to like finish? Take a photo of Woba. Oh, sorry, thank you. Yeah, everything. Yum, yum, yum. I already told her this is mine, this is just vegetable. I don't want my hair to get on fire. Like. Yeah. No, you're not. I think he is. He drank it. Tomorrow. Ну еще важный момент касаемо людей. В Таиланде, если кто-то тебе подходит и спрашивает: Hello, what's your name? Where are you going? Where are you from? Почти с 70% вероятностью можно сказать, что человеку это реально интересно знать. Во Вьетнаме тебя просто хотят выебать твою дырочку. Поэтому, когда ты слышишь любое приветствие «Hello», надо сразу говорить, блядь, «No» и все. От велорикш, от мототаксистов, от барыг, от кого только можно. Потому что страна социалистическая, каждый может работать. Полиция всегда берет на лапу, иногда лучше быть осторожным. Последнюю неделю размышляю, почему приходит какая-то такая непонятная усталость. В принципе, это из-за долгой поездки, из-за постоянных передвижений на автобусах, хостелах, разные люди, общение, ла-ла-ла-ла. Но, блядь, после Таиланда, в Вьетнаме, конечно, по-другому. По-другому в смысле того, что это послевоенная страна, и до сих пор такое ощущение, что она еще до сих пор не оклемалась после того, что произошло. И для меня, как для эстета, когда я вижу красивые магазинчики, красивые парки, красивое что-то там еще, и вижу потом полное дерьмо, смешанное с этим всем, типа, знаете, так, замиксовали немножко, немножко дерьмеца, немножко лакшери. Блять, ну я иду это все наблюдаю, и, честно говоря, типа, ну, как-то не очень, типа, складывается картинка. Вот, к примеру, я иду по отличная туристическая зона, там, где стоят лакшери-отели пятизвездочные. Вот такое говно вокруг, и стоят бахми и продают булочки. И еще одна причина, почему я иду сейчас в Big C. Это просто безумно любовь Big C. Очень грамотный маркетинг, так же, как у всех 7-Eleven по всей Азии. Очень все аккуратно сложено, хорошие цены. Почему я иду в Big C? Потому что
Местные просто ебанутые в плане цен. С ними очень просто торговаться, цены сразу снижаются наполовину. Но, блядь, зачем вы говорите цены на 2-3 раза дороже, чем они есть? И поэтому, когда я иду в Big C и вижу ценник, я точно понимаю, что на кассе заплачу ровно то количество денег, которое я рассчитал по чеку и которое видел на полках магазинов. В общем, не успел я приехать в Ханой, как я на улицах встретил нового друга, Вьетнам. What's your name? Say it. My name is James. Поехали в город, под тёлком, нахуй, в казино поехали, 250 штук. Name English. English, but not the English name. My Vietnamese name Duan. Duan. Duan, Duan. И, в общем, мы с ним идем в военный музей, но забавно, что по дороге меня внеслась какая-то дикая сучка, а внеслась она на пешеходном переходе. Везение вновь на нашей стороне. Зацепила меня ножкой для второго пассажира. Так, не сильно, не глубоко, но довольно-таки неприятно. Еще где можно обработать мою ногу. В общем, что-то там она поугрожала, покривлялась и уехала дальше, поняв, что она не права. Часа назад приехал в Ханой. Мое утро началось очень весело. Я где-то в 6 утра вышел из своего автобуса, sleeping bus, пришел в свой хостел. И потом чудом оказалось, что я забукинил не день приезда, а день до приезда. Как бы у меня по логике сложилось такое положение вещей, что окей, если я заплатил за 3 дня, но я не приехал в первый день, то 2 за мной сохраняются. По политике отеля, если я не приезжаю в первый день и не сообщаю за 7 дней до этого, то вся лавашка считывается и вообще не считается потратить. We have a group in on Facebook and practice with each other. But музей не скажу, что впечатлил. Да и в принципе, наверное, не должен был меня впечатлить, но в плане техники, иллюстрации, фотографий, всего остального музей Хо Ши Мина на голову выше будет, чем Ханойский музей. А с другой стороны, это странно, потому что все-таки большая часть исторических событий происходила в Ханое, и как-то они не постарались, не сделали того, что нужно было сделать в плане качества и информационной. Это опять же то, о чем я говорил, когда вокруг полного дерьма и грязи стоит просто майбах. В месяце январе у меня на сладко осталась тайская виза, которую, в принципе, в Вьетнаме можно быстро сделать. Почему я хочу сделать ее в Вьетнаме? Потому что виза по прилету в Таиланд будет стоить порядка 70 баксов. Если же сделать ее заранее во Вьетнаме, она будет стоить порядка 40. Делается довольно-таки быстро за один день. Но немного не подтвердило то, что сегодня пятница. И я не смогу получить ее на этой неделе, скорее всего. В общем, в любом формате я недавно понял для себя, что месяц во Вьетнаме – это очень долго. За весь период я посетил не так много пляжей и мест для отдыха. Почти все мое время занимало передвижение. Постоянное передвижение на автобусах, на слипинг-басах, букинг-хостелов, повторный букинг-хостелов, поиск локаций, съемка. В общем, немножко загнался пацан. Не совсем я успел отдохнуть, поэтому на мое возвращение в Таиланд у меня будет порядка 2 недель. Я возлагаю довольно-таки большие надежды в плане отдыха. Ну и, в принципе, я сделаю все возможное, чтобы по лавешке у меня вышло все красиво. А самое, зачем я скучаю, так это тайская кухня, потому что во Вьетнаме все очень примитивно. Я не сказал бы, что здесь такое обилие местных блюд, но они все очень водянистые. То есть, если ты ешь суп, то он обязательно лапша, водичка и чуть-чуть мяса, абсолютно чуть-чуть. Такие, по сути, похлебки по мясу, они особо не врываются. И я, в принципе, пробовал все блюда, которые нужно было бы попробовать в Таиланде, во Вьетнаме. Но, честно говоря, не впечатлило абсолютно. Поэтому часто мои завтраки сводятся к соку, бам-ми, булочки и к маленькому. Также сладким моментом для меня остался обратный билет с Хо Ши Мина в Бангкок, который содержит определенные ошибки, которые нужно исправить.
В любом случае, исправление будет стоить мне $20, покупка нового билета порядка 80-100. В общем, shit happens, люди тупорылые. Ну и самое позитивное, чему я не перестаю удивляться, да, надо немножко протереть камеру. Самое позитивное, чему не перестаю удивляться, то что в течение всего месяца я видел порядка 40 человек, которые просто стоя на улице среди машин, трафика, берут бонг и просто на чили взрывают посреди улиц. Для меня это немного шок, потому что, ну, как бы здесь легалайза нету, но, блядь, это делали обычные бичи, это делали девочки, это делали офисные клерки. Только что я проходил, чувак вышел в костюмчике с бабочкой. И такой, я думал, что я врежусь в этот бонг, он так из-за угла его поднимает так. Я на него смотрю, он такой, да, чувак, все нормально.